Коллеги, всем привет! Так, я шерю тогда скрин. Ага, супер. Еще раз всем привет. Добрый вечер. Спасибо, что пришли на занятие. В такую прекрасную погоду, когда, наверное, хочется пойти на прогулку, насладиться начинающимся летом. Меня зовут Топольский Вадим, и я проведу сегодня открытое занятие. Так, я проведу сегодня вебинар. Вот, поэтому, в общем, предлагаю начинать. И напишите, пожалуйста, в чат плюс, если меня хорошо видно и слышно. Вот, или минус, или комментарий. О, отлично. Один из участников, 18.04, без имени пишет, что он подключился с парка, не успел дойти до дома. Ну да, это отличный вариант. Была бы возможность, я бы тоже, конечно же, тоже подключился бы из парка. Ну да ладно. Так, окей, вижу, в общем, раз, два, три. Три плюса, как у остальных дела. В общем, давайте, да, если какие-то проблемы там со звуком или с чем-то еще, то в целом, да, я понял, только 18.04. Ну, в общем, если какие-то проблемы будут, то пишите в чат, что-нибудь придумаем с этим. Так, проверяю, идет ли запись. Да, идет. Сейчас, прям секундочку. Ага. И сегодня, в общем, тема вебинара – это тестирование приложений Spark. Вот. Ну, в общем, как уже я сказал, зовут меня Вадим. И, собственно, фамилия Апольский. Я разработчик в IT. Я более 10 лет. И вот, собственно, тут лейблы компаний в IT-проектах, в которых я принимал участие. Ну и в частности, там последний мой проект – это вот Big Data проект, компания Luxoft. Вот, в общем, там очень такой большой проект, крупная логистическая компания, используются очень разные фреймворки. И, собственно, знаниями и опытом я попробую части тестирования сегодня поделиться. Вот. Правила вебинара – это активное участие, вопросы. Вопросы в чат могу, в общем, не сразу их увидеть, потому что идет небольшое запоздание с онлайн-трансляцией. Поэтому, в общем, да, могу просто пропустить. Ну, тогда или в конце, или, в общем, отдельно еще можно будет это обсудить. Ну, или, в общем, да.
Маршрут вебинара – это первое, что рассмотрим проблемы, которые появляются при тестировании Spark джобов. Вот. Ну и в частности, так как, в общем-то, это курс, наверное, больше для дата-инженеров, то есть для именно которые появляются у дата-инженеров в тестировании. Вот. Познакомимся с библиотеками, которые помогают решить эти проблемы, которые появляются в тестировании, и, в общем, разберем несколько автотестов. Ну и, собственно, как бы основная цель – это познакомиться с этими библиотеками для тестирования Spark расчетов, чтобы, в общем, улучшить качество этих расчетов. Вот. Вебинар открытый, и чем он, сразу скажу, отличается от того, что будет на курсе, который, вот, собственно, планируется запускать, по-моему, в конце мая, это то, что здесь не будет примеров с тест-контейнерами. Вот. Ну, то есть не будет одной или даже двух библиотек, SAMLib тоже не будет примера. Вот. Ну и то, что, в общем, как бы на полной версии курса происходит, ну, как бы студенты во время занятий, у них полноценная практика. То есть они через подключаются к специальной платформе, вот, будут писать код, будут пробовать. В общем, в режиме онлайн я смогу помочь, но если где-то какие-то затруднения появились. Собственно, вот. Сейчас на этом занятии я просто покажу код, попробуем его запустить. Я запущу как бы у себя на компьютере, а вы просто его посмотрите. Вот. Но, собственно, требования к студентам – это необходимо знание базового скала, необходимо знание ну, каких-либо основ Spark, также необходимо, ну, хорошо, если, в общем, вы знаете юнит-тесты, но если не знаете, то ничего страшного. Вот. Но это чтобы как бы занятие, в общем, зашло наиболее эффективно. Если, в общем, среди вас есть кто-то, кто уже там в скале, в спарке более 5 лет, имеет хороший опыт с покрытием тестированием, то, в общем, прошу не отключаться, вот, досмотреть, в общем, вебинар до конца и дать обратную связь. Вот. Ну, в общем, там вдруг что-то, какая-то тема была не раскрыта, и это будет очень полезно для, собственно, всех участников вебинара. Вот. Ну и давайте, в общем, начинать. Представьте, в общем, такую ситуацию, как будто вы попадаете на ну, там, в новую компанию или в новый проект. Этот проект Big Data, вот, допустим, они делают витрины для какой-нибудь компании, которая занимается такси, и получаете, в общем, первую задачу доработать витрину, которая, в общем, делает расчет дистанции поездок, распределение, которое делает расчет распределения дистанции по поездкам. Вот. А именно количество заказов. Да, ну и важно, что по районам она это делает. То есть, вот, например, в рамках там какого-то города, ну, допустим, город Нью-Йорк, вот, он имеет разные районы, и ежедневно люди делают заказы, в общем, вызывают такси, переезжают из одного района в другой, иногда они выезжают за город, иногда, в общем, возвращаются обратно. Вот. И, собственно, есть такая витрина, которая рассчитывает распределение дистанции в зависимости от района. То есть, например, первое, что рассчитывается, это количество заказов для каждого района. Потом для каждого района рассчитывается минимальная дистанция, для каждого района рассчитывается максимальная дистанция. Вот. Ну и для каждого района рассчитывается еще средняя дистанция. Можно посчитать, конечно, еще математическое отклонение, вот, как вариант. Ну, в общем, вот
такую задачу вы видите, допустим, да, и, допустим, вам необходимо добавить еще какой-нибудь отклонение, чтобы иметь представление о реальной средней величине расстояний, ну, дистанции, на которые, в общем, люди заказывают такси. Вот. И, собственно, открываете код и в коде видите следующее. Вот. Видите следующий код. Он примерно выглядит так. С использованием, ну, в общем, да, расскажу немного, в общем, поподробней. То есть код, он не вырван из контекста. Он, по идее, по уходу курса рассматривается на предыдущем занятии. Студенты, в общем, очень хорошо с ним работают. Вот. Ну, и, собственно, так как участники текущего вебинара видят его впервые, то расскажу, что здесь происходит. У нас есть какой-то датафрейм, который загружается из паркет файлов. Есть справочник, который загружается из CSV. Вот. Собственно, в паркет файле находятся факты. Факты и каждая, в общем, поездка – это определенная запись в паркете. Вот. Определенная запись, она, в общем, падает ну, я не знаю, например, там в Кафку, мы ее приземляем, получаем набор паркет файлов, и, в общем, в данном коде мы загружаем датафрейм, вот эти вот факты. Факты, их там может быть, я не знаю, сколько, ну, может быть, там, миллион или 1,5 миллиона в сутки. Вот. Соответственно, что находится в данной записи? В ней находится ID, в ней находится ну, ID поездки, ID водителя, ID такси, дистанция, на которой, в общем, сделан заказ, координаты начала, координаты окончания, время начала, оплата, ну и, в общем, и так далее. Ну и, собственно, да, район, откуда был сделан заказ, он как айдишник, в общем, тоже этого района представлен. И у нас есть справочник. Справочнике вот это вот TaxiZone DataFrame. В нем всего два поля. Это ID района и его название. Соответственно, мы делаем, ну, чтобы, в общем, получить данное распределение, то делаем join по собственно, ID-шнику района, откуда был сделан вызов такси, группируем по имени района и потом, в общем, рассчитываем агрегатные функции. Ну, вот как, в общем, сказал, это количество заказов в сутки, это, в общем, минимальная дистанция в сутки, ну, по определенному району, и, собственно, среднее значение расстояний по выбранному району и максимальное. Вот. Ну и, собственно, здесь в коде написано, что мы записываем это еще в CSV. Собственно, вот. Все то же самое можно сделать так. И для реализации этой задачи здесь использован Spark DSL. Spark DSL, в общем, он работает с датафреймами, но с датафреймами мы также эту логику можем описать с помощью Spark SQL. Вот. Код будет выглядеть примерно вот таким образом. Собственно, вот. И следующий вопрос. Вот есть такая задача, есть код, вы, в принципе, его там прочитали, поняли. Вот. Как вы думаете, с чего необходимо начать доработку данной витрины? Вот код я включу еще раз, на всякий случай. Подумайте, пожалуйста, напишите в чат.
Так, Андрей написал, что можно бродкаст добавить. Ну, это, собственно, да, это рефакторинг кода. Совершенно верно. Ну, а в целом, как бы вот, как мы это будем делать? То есть сразу возьмем и добавим бродкаст. Вот, я могу сейчас показать. Собственно, код еще раз. Вот так он выглядит. Можем его запустить. Так, да, Андрей еще написал, что если файл не очень большой, и он потом будет аналитиком, то можно репартишн сделать, чтобы в один файл написать. Ну, окей, а что еще? Соответственно, вот, коллеги, если вам видно, то результат будет получен примерно такой. То есть здесь будет имя района, здесь будет количество заказов, сделанное в этом районе, и дальше будет распределение. То есть там минимальная дистанция, ну, везде по нулям, но это, видимо, когда человек заказал, потом отказался от такси. Среднее значение у дистанции это, ну, там, по Манхэттену это 2 километра, вот, там, по Бруклину 6, ну и, в общем, и так далее. Ну и максимальная дистанция это, соответственно, вот такое имеет распределение. Да, и пользователь, простите, не вижу вашего имени, 202-138. Написал, что необходимо код разбить на отдельные функции. Да, это совершенно верно. Андрей подтверждает, что для тестирования надо разбить на методы. Собственно, давайте посмотрим, что еще мы можем сделать. И первое, это, конечно же, что можно сделать, это узнать про тестирование на текущем проекте. Вот. Каким оно может быть? Ну, то есть не только там про юнит-тестирование, но и вообще про тестирование. То есть каким образом вы будете код этот дальше проверять, кто его еще будет проверять, как его будут проверять. Это все очень важные вопросы, ну, потому что там как бы новая компания, новые люди, и у них процессы могут очень сильно отличаться. Вот, и поэтому, собственно говоря, в некоторых компаниях, ну и в частности вот в той, в которой я работаю, процесс построен следующим образом. Вот, есть аналитики. Аналитики, в общем, общаются с заказчиком, получают документы. На основании этих документов инженеры, разрабатывают какой-то код. Этот код покрывается тестами. Вот, коммитится, ну, какой-нибудь там репозиторий. Вот, собственно, весь пайплайн может быть настроен там с помощью TeamCity, Jenkins или GitLab, ну или там еще чего-нибудь. Вот. И, соответственно, туда может быть построен фильтр, как может построен быть фильтр, ну, в общем, фильтр на юнит-тесты, то есть каждый коммит будет запускать какие-то, в общем, тесты. Тесты будут или падать, или проходить. Вот, если они падают, то, соответственно, нужна доработка, багфикс. Вот, после того, как более-менее тесты все, в общем, проходят нормально, то начинается этап код ревью. Код ревью это тоже такое своеобразное тестирование. Тестирование на понятность кода. Тестирование, может, каких-то кейсов, которые нельзя отловить с помощью тестами. Вот, ну, какие-то там проверки на эксепшены и, в общем, так далее. Вот. Если, в общем, все окей, и цикл не надо повторять заново, то происходит деплой. Деплой происходит в тестовую среду, ну, или, в общем, как она еще называется, UART. Вот. В этой тестовой среде команда тестировщиков, там, QA, ну, какие-то ручные автоматизированные тестировщики, они еще занимаются прогоном своих тестов. Вот, если им что-то не нравится, они отправляют потом обратно, в общем, на доработку. Вот, если же все окей, то, соответственно,
происходит препрод. Вот, то есть на продовую инфраструктуру загоняют, ну, где-то рядом с продакшеном кладут, в общем, данные. На эти данные смотрит еще раз аналитик, еще раз смотрит пользователь со стороны заказчика. Вот. Если их все устраивает, то случается, в общем, релиз. Релиз, вывод в продакшн, это, собственно, там, для всех большая радость, особенно если потом не приходится срочно откатывать или делать багфиксы. Ну, в целом, как бы вот такая вот картина там про, например, свою компанию. Я могу сказать, что если там есть какая-то большая задача, и вдруг так получается, что и тесты все проходят, и на ревью, в общем, сразу ставятся лайки, и ручные тестировщики говорят, что все окей, то это вот сигнал о том, что можно еще посмотреть раз, потому что, ну, если там задача сложная, то там, в общем, будет по-любому ошибки. Это вполне нормально, собственно, для того и существуют эти вот QA-фильтры, Quality Assurance, которые позволяют, в общем, повысить качество продукта, витрины, которые, в общем, разрабатывают, вот, там, используют различные профилирования, моки и так далее. Вот. Но, собственно, да, в нашем случае, так как вот правильно заметили, для тестирования, ну, так как код не разбит на определенные методы, то, скорее всего, он не покрыт юнит-тестами. Вот. Ну, собственно, да. В случае, когда все записано вот в методе main, то достаточно проблематично понять, в общем, какие методы есть, как их протестировать. Вот. Поэтому, собственно, ну, точнее, какие могут быть из-за этого проблемы, кроме того, что мы не можем это все дело протестировать. Вот. И, собственно, проблемы могут быть следующие. Могут быть ошибки в логике и названии колонок. Вот. То есть, допустим, у нас здесь есть расчет минимального значения, а, собственно, мы можем там ошибиться и поставить, ну, написать тут максимальное значение. А там, где максимальное значение рассчитывается, можем, в общем, колонку эту пометить как минимальное значение. Так, Сергей задает такой вопрос. На какие функции можно разбить исходную функцию? Да, совершенно верно. Сейчас чуть и пишет, предлагает, в общем, разбить на read, transform и write. Да, Сергей, совершенно верно. Сейчас мы, в общем, к этому подойдем и рассмотрим прямо в коде, как можно это все разбить. Пока, в общем, да. Давайте посмотрим, как разбиты, ну, точнее, каким образом. Какие ошибки могут, в общем, появиться при такой организации кода? Вот. Следующая ошибка – это ошибки в названии колонок. Ну, то есть эти колонки, которые находятся в датафрейме, в этих файлах, вытащены из схемы, которая, например, генерируется автоматом. И, собственно, ошибки могут быть следующие. То есть здесь могут быть просто перепутаны, ну, названы, в общем, колонки не так, и о том, что они названы не так, мы узнаем только в продакшене, когда будем запускать Java. Вот. А, собственно, один из принципов эффективной разработки гласит о том, что чем раньше мы узнаем о том, что в нашем коде есть какие-то недочеты или критические ошибки, тем лучше для нас. Вот. Ну и разделяют как бы несколько этапов. Первый этап – это этап компиляции, этап прогонов теста, этап, в общем, уже рантайма, когда Java загружена на какую-то там UART или тестовую среду. Собственно, вот. Такие, короче, могут быть проблемы, и пользователи 201.808
пишет о том, что имена колонок лучше тогда в константы вынести. Да, мы можем это сделать, вынести в константы, но и в самих константах точно так же можно, в общем, допустить ошибку. Ну, вероятность этого будет меньше, но, собственно, ошибка также возможна. Вот, и, собственно, узнаем о ней тоже только, в общем, в процессе выполнения Java. Следующая ошибка – это ошибки в параметрах загрузки и выгрузки. Ну, то есть в других частях фактически, в общем, вместо, например, файла CSV мы будем читать из файла TSV, которого, собственно говоря, не существует, и записывать будем тоже в файл, который TSV, который, собственно, нам, ну, например, там по техническому заданию совсем и не нужен. Вот. Ну и, в общем, да, чтобы сделать первый шаг в сторону юнит-тестов, необходимо разбить данный код на логические блоки. И логические блоки здесь, в общем, следующие. Первый блок – это чтение данных. Вот здесь происходит чтение из паркет файла и из CSV файла, ну, то есть, в общем, два источника. Вот из этих двух источников мы получаем какой-то отдельный агрегат, отдельный датафрейм, и точнее, результирующий датафрейм. И этот результирующий датафрейм мы записываем в файл CSV. Ну, в общем, файл для отчета. Так. Ну, собственно говоря, все то же самое можем получить и в случае оформления кода не Spark DSL, а Spark SQL. Если вот, собственно, кто знаком, то в Spark есть три основные, в общем, формы представления бизнес-логики. Это Spark SQL, это Spark DSL, и еще как бы есть, ну, тоже как бы Spark, но он такой более функциональный. То есть там не используется Spark DSL. Это, в общем, один из первых способов описания логики, который был еще, в общем, на заре появления датафрейма, когда использовалась RDD, и там можно было описать логику с помощью функций высшего порядка и лямбд. Ну, таких, в общем, кусочков кода функциональных, которые тоже нам позволяли делать, ну, всякие джойны, каунты и так далее. Вот. Но в случае с SQL, в общем, что еще может быть, какие проблемы? Просто можно еще сделать ошибки в синтаксисе в самом. Ну, и это тоже будет очень неприятно, если мы узнаем о них уже потом. Я не знаю, иногда, знаете, бывает такое, что и в прод выводят в некоторых компаниях, в которых еще, собственно, и разработчики, разработчики и аналитики, и тестировщики, и релиз-инженеры, и все подряд. Вот. Ну, в общем, да, давайте разобьем тогда данный код на логические блоки. Вот, да, как я это уже сказал, это загрузка данных из источников, это обработка данных и, собственно, запись результата в какой-то получатель. Вот. Собственно, как можно трансформировать, ну, как можно, в общем, это сделать, чтобы это было удобно. Кроме того, что мы разбиваем, собственно, весь код, еще необходимо его оформить в виде метода. Ну, методы, в общем, которые позволят, собственно, тестировать их, ну, эти методы, то есть что-то подать на вход и проверить выход. Вот. Вот, собственно, таким образом можно оформить чтение данных из паркета, и, ну, это вот будет метод readParket, и метод readCSV будет, собственно, читать данные из CSV. Оба этих метода принимают входные параметры path, вот, которые указывают, где данные эти лежат. Ну и, собственно, на выходе он возвращает датафрейм.
датафреймы, с которыми вот можно дальше работать. Вот, следующий блок – это блок обработки. Блок обработки также можно, в общем, переписать как метод. И выглядеть это будет примерно следующим образом. Вот. Так как у нас тут на входе два источника, два датафрейма. Это, в общем, датафрейм с фактами и датафрейм со справочными данными о именах районов, то тоже, в общем, получается как бы... да, и, собственно, на выходе у нас один датафрейм. Здесь не написано, но синтаксис Scala, он позволяет, в общем, не обязательно писать, в общем, датафрейм, но я, собственно, здесь не сделал, чтобы мне поместить строчку. В работе, конечно, лучше так не делать, лучше всегда описывать входной параметр у кода. Вот. Собственно, из чего состоит юнит-тест? Это вопрос в зал. Ну и да, у нас запись еще осталась. Запись тоже можно, в общем, аналогичным способом превратить в методы. Вот. Ну и, собственно, вот у нас как бы методы уже есть. Давайте я покажу, как это может выглядеть. Выглядит это может следующим образом. Вот у нас есть метод для чтения. Вот метод read_parquet. Собственно, что нам тут еще надо? Еще нужна Spark-сессия, вот, с помощью которой мы можем очень просто вот такой, таким не очень простым способом прочитать исходные данные в случае с форматом данных Parquet. В случае с CSV код будет немножко посложнее, но, собственно, тоже будет выдавать датафрейм. Вот. Следующий метод – это метод обработки. Метод обработки в коде будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть, в общем, в Scala есть возможность написать фигурные скобочки. Вот, как я уже сказал, он будет принимать два датафрейма, два источника, и на выходе будет, в общем, один датафрейм, один источник, вот, который потом необходимо будет ну, сделать запись. Запись которого здесь, да, не описан тоже метод по записи. Вот. Но, собственно, все очень аналогичным способом происходит, но, наверное, за исключением того, что метод записи будет производить side effect, вот, и возвращаемый тип его будет unit. Ну, как-то вот, наверное, вот так вот это можно сделать. Ну, здесь тоже можно, в общем, сделать вещь параметр result. Точнее, входной параметр это будет DataFrame. Да, вот, собственно, примерно вот так он будет выглядеть. Ну и вот, как я уже сказал, так как метод, собственно, производит сайд-эффект, то, соответственно, здесь он, возвращаемый тип у него будет unit. Вот. Следующий шаг – это непосредственно разработка самих юнит-тестов. И вопрос следующий. Каким образом, ну, как вы думаете, из чего состоит юнит-тест? Вот. Коллеги. А, я пока очень, да, пока вы думаете, прочитаю вопросы. Структура теста. Given when, then. Given.
определяем окружение, в n вызываем тестируемую функцию с граничными значениями, z сравниваем полученный результат с ожидаемым. Да, совершенно верно написал Сергей. Сергей предлагает, в общем, в тесте использовать три части. Первое – это когда мы подготавливаем исходные данные. Второе – запускаем тот, собственно, метод, который хотим протестировать. И третье – это сравниваем полученный результат с ожидаемым. Сергей, все верно. Вот, давайте, в общем, посмотрим, как это можно сделать на практике. И так, в общем, самым первым пунктом будет, собственно, название теста. И в этом названии рекомендуется как можно понятнее описать, что данный тест тестирует. То есть вообще в идеале написать вход, что у него приходит на вход, потом какой мы будем выполнять действие и какой, в общем, ожидаемый результат мы можем получить. Вот. Так как ожидаемый результат может быть разным, он может быть корректным, может быть некорректным, и, например, там, в случае некорректного результата у нас может выбрасываться exception, и этот exception неплохо было бы тоже отловить. Вот, то чем как бы лучше вы опишете в названии теста, что мы делаем, тем будет лучше для ваших коллег, для вас же, например, если вы захотите код открыть там, спустя полгода. Вот, ну и в нашем случае, собственно, вот здесь синеньким это специальный Scala DSL, который, ну, как бы позволяет описывать тесты в удобочитаемом виде, и в этом случае это будет it should calculate distribution by valid taxi data. Ну, то есть мы подаем, в общем, валидные исходные данные, рассчитываем распределение и ожидаем, что у нас это распределение будет корректным. Следующий, в общем, этап range – это подготовка исходных данных. Здесь мы делаем загрузку. Вот, загрузка происходит, ну, каких-то там файликов, которые, в общем, находятся, ну, где-нибудь, например, в проекте могут находиться. Вот. Следующий этап – это запуск непосредственно метода, который необходимо протестировать. И четвертый, в общем, этап сершинов – это когда происходит сопоставление полученного результата с ожидаемым. Вот. Ну и, собственно, например, таким образом это можно сделать. Вот. Как вы думаете, что, в общем, здесь не очень хорошо и что можно улучшить, ну, в данном тесте? Сергей пишет о том, что тест не изолированный. Ага. Сергей, можете... можете прокомментировать, что имеется в виду? Имеется в виду изолированность от исходных данных и, собственно, от... Ага, да. Сергей пишет, что read CSV, read parquet лучше отдельно тестировать. Да, совершенно верно. Хорошее замечание. Андрей пишет, что как вариант я сравниваю сразу датафреймы, полученные функции и подготовленные заранее. Да, это хороший вариант. Все верно. Вот, в этом случае, да, мы получаем как бы изолированность метода. Вот. Это лучше в плане того, что мы эти данные исходные можем менять. Вот какие-то еще отдельные кейсы просматривать, потому что, например, паркет, он не очень хорош для чтения, и мало что там можно будет поменять. Вот.
Ну, в общем, давайте посмотрим на минусы. Предварительно. Извиняюсь. Ну, собственно, вот реализация данного теста. Первый блок подготовки данных, который читается из статических файлов. Второй блок это блок запуска тестируемого метода. И третий блок это блок insertion. Собственно, запустить можно следующим образом. Ну и, собственно, после запуска мы должны увидеть зеленую галочку, которая будет означать то, что, в общем, тест выполнился. Все, тест выполнился. И давайте посмотрим, в общем, какие у него есть еще недостатки. Вот. И, собственно, один из этих недостатков это то, что мы сравниваем только первую часть данных. Ну, то есть вот здесь в черном квадрате справа представлен весь полученный результат, то есть весь отчет, сколько тут, 7 районов, вот по 7 районам мы получаем данные, но в тесте сравнивается только первый район, то есть только по первому району мы производим assert, хотя на самом деле у нас есть еще и второй район, и третий, и четвертый, и так далее. И по ним бы тоже неплохо сделать assert, потому что, ну, например, здесь может не сработать ордер по, ну, вот видите, здесь, в общем, результат отсортирован по количеству поездок. Вот. И вот он может не сработать, ну, и, собственно, мы протестируем какую-то строчку и ну, в общем, тест неполный. Следующая проблема – это инициализация Spark Context, Spark Session в каждом тесте. Это тоже плохо, потому что когда у нас много тестов в одном проекте, и на каждый тест необходимо запустить отдельную Spark-сессию. Потом эту Spark-сессию необходимо не забыть погасить. Вот, то могут быть проблемы. Проблемы следующего характера, то, что, в общем, Spark-сессия не успеет закрыться и будут какие-то ошибки. Ну или, в общем, если там ресурсов не очень много, то ну, на TeamCity или там на Jenkins это будет на агенте TeamCity или Jenkins это будет происходить очень долго. И, в общем, следующая проблема, это как вот уже верно подметил Андрей, то, что у нас получается, Андрей и Сергей, то, что тест не изолирован, вот в данном тесте источник читает статические данные. Эти данные, например, в случае с паркетом достаточно тяжело изменить. Но если мы хотим там каким-то образом с тестом поиграться, посмотреть какие-нибудь еще кейсы, вот, то на самом деле это будет проблема. Вот. И следующая, в общем, проблема это хардкод ожидаемого результата. То есть мало того, что он здесь неполноценен, мы его еще и просто взяли и захардкодили. Вот. Что как бы тоже не очень хорошо, потому что если, допустим, эти тестовые данные используются еще для других тестов, и какой-то использователь взял их и поменял, вот, то, соответственно, мы автоматически получаем фейл всех остальных тестов в проекте. Ну и, собственно, это наложит, потребует какого-то времени для того, чтобы
Остальные тесты тоже надо будет еще немножко подправить. Вот, немного подправить. И вот это, в общем, неполноценность проверки. Каким образом можно решить данные проблемы? Вот, давайте, в общем, я тогда... Ну, если вдруг кто-то знает, как это можно решить, то напишите, пожалуйста, в чат, я пока почитаю комментарии. Ага, участник с номером 202-138 написал, что нет проверки схемы. Да, хорошее замечание. Схему можно проверить. Вот что она, в общем, там есть. Андрей пишет, что можно вынести в трейд. Правильно я понял, Андрей, что имеется в виду какой-то, в общем, абстрактный класс, который будет запускаться, ну, от которого будут экстендиться, в общем, все тесты, и который будет запускать Spark-сессию в самом начале и автоматически закрывать ее в конце. Вот, да, Сергей также предлагает, в общем, по всей видимости, этот трейд. Андрей пишет, если не надо джойнить кучу данных, то можно, в общем, датафрейм. Можно создать из кода. Ну, собственно, да, можно создать из кода датафрейм. И чуть позже мы посмотрим, как это сделать наиболее эффективным образом. Так, ну и да, он пишет также, что типа Spark, сессия, Wrapper. По всей видимости, да, это то, что надо. Ну и, собственно, давайте, в общем, тогда все вот эти проблемы систематизируем и еще раз посмотрим на них. Вот. Итак, проблема номер один. Это когда, в общем, все библиотеки, ну, точнее, ресурсы, которые необходимы нам для тестирования, они должны запускаться и останавливаться один раз для всего проекта. То есть не для теста, не для группы тестов, а полностью для всего проекта. Они запускаются, запускается Spark-сессия до, ну, точнее, после, до запуска тестов, и сразу же после она убивается. Вот. Следующая проблема с источником данных, то есть откуда их брать, или этот датафрейм каким-то образом в коде можно получить. Или его можно получить там рандомно, также в коде. Или его можно, в общем, получить из реальных источников, ну, такие как паркет файлы или CSV или что-нибудь еще. Вот. Следующая проблема – это изолированно запускать метод. Ну, то есть мало того, что нам как бы надо разбить данный код на части. Вот. Необходимо еще и в каждом тесте изолировать тестирование определенного метода. Вот. Это важно. Ну, почему? Потому что если мы это сделаем, то нам будет проще искать ошибку. Вот. Следующая проблема – это то, что у нас генерируется, ну, точнее, мы используем определенные статические данные, и эти статические данные – это не полный набор всех возможных вариантов. И они не позволяют заходить в определенную ветку. Вот. Еще один вариант – это то, что важно получать реалистичные данные. Тут давайте я, в общем, приведу пример. Допустим, у нас, ну, вот, предлагается в коде описать датафрейм. Допустим, нам нужен какой-то большой объем. Ну, там, я не знаю, сколько. Миллиард значений. Ну или миллиард, давайте миллион возьмем. Этот миллион значений, мы же не будем каждое значение в коде описывать, вот, какой-то цифрой. Его можно, например, сгенерировать. Если мы, например, просто делаем какой-нибудь там рандомайзер, вот, у нас получится синтетический набор вот этих вот данных. Он будет не очень хороший. Почему? Потому что ну, допустим, если это температура, у температуры есть интервал от минус 50 до плюс 50, вот, и рандомный выбор любого значения может дать такое, что у нас там сегодня, например, минус 40,
завтра плюс 30, послезавтра у нас еще там будет минус 50, ну и в общем данные будут вот не очень похожи на реальные данные. Вот. Это тоже большая проблема, потому что, как бы, с одной стороны, хочется протестировать различные, в общем, варианты этих данных, но а с другой стороны, не хочется тестировать их на какой-то вот уже совсем синтетике. Ну и, собственно, следующая проблема – это проблема в самом тесте, неполноценность проверки, то есть то, что мы проверяем там вот не весь набор данных, а какой-то небольшой кусочек. Хотя, собственно, на первый взгляд тест кажется достаточно красивым. Вот. Что предлагается, в общем, в плане решений? То есть какие библиотеки могут нам, в общем, с этим делом помочь? Ну, прежде всего, для написания самих тестов используется Scala-тест. Вот, в коде он там, ну, у меня есть проект. В коде он, в общем, добавляется, например, в случае с сборщиком SBT, добавляется в такой строчкой. Вот. Ну и, соответственно, там поддерживают различные DSL для написания этих тестов. Это могут быть assertion, могут быть там should be различные, в общем, операторы. Вот. Ну и, в общем, следующая библиотека, которая позволяет решить, в общем, проблемы, это Spark Unit Testing. Главным образом, в общем, что здесь, почему она может быть полезна в тестировании, потому что у нее есть специальная, в общем, Spark Shared Session. Spark Shared Session – это, в общем, когда у нас есть специальная сессия для тестирования, которая будет запускаться именно перед запуском абсолютно всех тестов и будет, в общем, закрываться тоже после успешного или там неуспешного прохождения всех тестов. Это как бы первый момент. И второй момент – это специальный DSL, который позволяет сделать сравнение датафрейма, то есть полученного датафрейма и какого-нибудь ожидаемого, который мы задали. Вот. Ну и, собственно, этот DSL, он, как справедливо заметил участник 202.138, этот DSL, он позволит проверить не только данные внутри, ну, извлечь их из датафрейма, потому что сам датафрейм, он как бы такой lazy, не выполнен. Вот, его надо выполнить, чтобы получить данные. Вот. Ну, еще и схему. Схему он может сопоставить, ожидаемую и, собственно, фактическую, которую мы получили. Это, в общем, два главных преимущества. И следующая библиотека – это библиотека Scala-Chat. Вот. С помощью этой библиотеки можно получить всевозможные наборы синтетических данных. То есть можно там сгенерировать сотни тысяч строк для, в общем, датафреймов. Ну и в целом оформить это не вот хардкодом, а с помощью, в общем, специальных правил for comprehension, вот, различных, в общем, функций, которые позволяют задавать интервалы, откуда мы будем выбирать данные. Вот. Но тут, к сожалению, как бы эта библиотека не позволяет сделать их реалистичными. Вот. Чтобы, в общем, сделать их реалистичными, то есть библиотека mlib. Чем она очень хороша? Она позволяет еще и, собственно, сделать, получить распределение, ну, данные с определенным распределением. Ну, то есть температура, она может там иметь нормальное распределение, распределение Пуассона, ну, и еще, в общем, какие-то, которые будут больше похожи на реальные данные. Вот. И следующая библиотека Test Containers. Это тоже вообще классная штука, которая позволяет тестировать методы, которые, например, работают с Кафкой и с базой данных. Вот. Чем она, собственно, хороша? Тем, что
Раньше использовались различные embedded базы. Ну, может, кто помнит, там есть такая, в общем, база, как H2. Вот, по-моему, есть тоже embedded Postgres. Вот, это разные библиотеки, а с ними, в общем, там какие-то могут быть проблемы, что одна обновляется, другая не обновляется. Третья там может вообще какие-то, в общем, заморочки нести. Вот. Ну и в целом это не очень удобно. Удобнее использовать тест контейнерс. Это, в общем, библиотека, основанная на докерах. Что она позволяет сделать? Она позволяет перед запуском тестов поднять докер с там, Postgres, с MS SQL, с Kafka, с Cassandra. В общем, в принципе, очень много чего поддерживается. Вот. И после того, как все тесты отработают, она, соответственно, их закроет. Ну, закроет, убьет эти докер-файлы. И это, в общем, очень хорошо. Почему? Потому что вам не надо постоянно искать новую библиотеку. Все есть в одной строчке dependency, и, собственно, поэтому это здорово. Вот. Давайте, в общем, тогда посмотрим на коде, каким образом можно это все применить. Вот. И первое, в общем, решение, это решение с помощью Spark Unit Testing. Вот. Во-первых, здесь мы уже используем Shared Spark Session, вот, о которой я говорил, и она, в общем, автоматически имплисится во все необходимые методы. Ну и, в общем, второе, это, ну, второй полезный трейд, это query test, который позволяет, в общем, использовать такие вот DSL, как check answer. Данный DSL позволяет проверить не только данные, но и, собственно, схему. Вот. Ну и, соответственно, здесь будет check answer, и в этот check answer датафрейм можно задать вот с помощью следующим образом. Вот. Ну и, собственно, как вы видите, здесь уже используется более полный объем данных. Вот. Какие, собственно, тут могут быть еще проблемы? Проблемы могут быть следующего характера. Да, давайте, в общем, я тогда покажу, как это реализуется в коде. В коде это... будет реализовано следующим образом, ну, просто как вариант. Вот, все так же у нас, в общем, используется подготовка данных. Запуск, ну, точнее, тестирование метода и проверка актуального результата с ожидаемым. Вот. Ну, собственно, тут еще один, в общем, метод. Тут происходит то же самое. Тот же самый check answer проверяет, в общем, join двух датафреймов. Ну, кстати, эти датафреймы мы не загружаем, мы их получаем из, ну, прямо здесь в моменте с помощью, в общем, с помощью sequence коллекции и two датафрейм. Вот, давайте попробуем запустить. Сейчас извиняюсь. Да, ну и вот обратите внимание, то есть здесь мы уже можем сделать более полную проверку. Ну, то есть весь отчет, который мы получили, мы загружаем его сюда, но здесь он получается также статически, это не очень удобно. Вот. Ну и, в общем, тем не менее, тест запустился. Давайте попробуем запустить еще вот этот.
Ну и, в общем, попробуем тут что-нибудь поменять. Допустим, сделаем так, чтобы он не прошел. Не прошел. И, собственно, посмотрим, как вообще будет происходить. Что будет происходить, когда у нас ожидаемый результат не совпадает с актуальным. Вот, появляется ошибка. И смотрим на exception. У нас есть, ну, кстати, вот здесь он показывает еще планы, логические планы, как они преобразуются, там, каталист оптимайзера. Об этом тоже, кстати, подробно рассказывается на курсе. Вот, ну и, собственно, ожидаемый результат, вот, он показывает, что не совпадает с действительным. Ну, соответственно, вот где мы поправили, в том месте есть проблемы. Соответственно, если исправить, запустить, то все будет окей. Ну, в общем, вот, это демонстрация кода с библиотекой Spark Unit Testing. Чтобы ее подключить, необходимо добавить зависимости Spark Version, ну, точнее, Spark SQL, Spark Core, по-моему, вот этих двух штук достаточно для того, чтобы, в общем, с ней работать. Ну и, собственно, более плотно с ней поработать, выполнить домашнее задание. Можно будет получить обратную связь по этому домашнему заданию. Можно будет на самом курсе. Давайте тогда двигаться дальше. Вот, и попробуем решить проблемы со статическим источником. Ну, как я уже сказал, это не очень хорошо, потому что, во-первых, там при каком-нибудь изменении могут валиться другие тесты, он будет не покрывать, собственно, всех кейсов. И что тут можно сделать? Вот, сделать можно следующее. Можно использовать библиотеку Scala Check, вот, которая будет генерировать определенный код. Здесь, в общем, ну, такой шуточный пример показан. Вот, как можно написать такой тест. Кстати, вот обратите внимание, у нас в первом тесте был isShoot, а здесь уже используется вот DSL для описания метода тестирования тест. Вот, он, в общем, выглядит таким образом. И, собственно, вот эта Scala Check, она позволяет генерировать, ну, в данном случае, наборы стринговых значений. Вот. И это стринговое значение мы будем проверять на то, что если массив из таких стрингов сделать реверс его 2 раза, то получится исходный список. Вот. Ну, я попробую тут распечатать, соответственно, для вот одного списка можем получить такой набор. То есть обязательно будет проверен пустой список, обязательно там будет где 2 значения, 5, 35, 1 и так далее. Ну и, как вы видите, здесь по умолчанию стоят китайские иероглифы, они наиболее тяжелые в плане, ну, в плане своего веса. Вот. Их очень много, поэтому случайным образом получается выбирать только их. Но, собственно, можно настроить и кириллицу, и латиницу. Это все позволяет сделать библиотека Scala Check. Вот. Следующая проблема. Ну, давайте, в общем, тогда я покажу, в коде происходит. Как-то можно сделать. Сделать это можно следующим образом. Ну вот, собственно, первый тест. Таким образом он будет выглядеть. И второй тест, где у нас уже датафреймы будут генерироваться из, соответственно, вот этих вот секвенсов. Ну, точнее, правила по генерации значений в этих секвенсах мы можем сделать с помощью вот такой синтетики, как арбитры. И описать их можно, например, вот в следующих функциях.
функции эти будут выглядеть таким образом. У нас есть, ну, во-первых, у нас есть схема, ну, то есть кейс-класс, вот, который описывает схему датафрейма, ну, как для такси, как, в общем, для файла CSV, в котором находится название районов, так и для файла паркет, в котором находятся, собственно, факты. Вот. Ну и, соответственно, для них необходимо сделать наполнение. То есть, например, у нас районы будут содержать следующие, ну, следующие вещи, как ID-шник. Этот ID-шник должен, например, быть интовым. Он должен выбираться случайно из интервала 1-5. Вот. Дальше название района должно быть выбрано из следующего списка. Вот. Ну, название как бы зоны города, оно не очень важно, и поэтому его можно, например, назвать, ну, в общем, его, в общем, можно, да, сделать просто string. Ну, в данном случае это у нас string будет состоять из 14 знаков. Вот. Здесь будет кириллица, то есть не будет никаких китайских иероглифов, ну, для того, чтобы можно было дебажить, это было бы удобно. Вот. Очень похожий, в общем, набор данных мы будем в этих имплиситах генерировать для таблицы фактов. Вот, например, дистанцию мы будем генерировать с помощью типа данных double. Ну и, соответственно, нам важно, чтобы это было какое-то позитивное значение. Вот, давайте, в общем, попробуем тогда запустить тест и посмотреть. А, тут важный еще момент. Вот какой. То есть мы данные-то сгенерировали, подали их в определенный метод. Вот. И в этом методе. Я извиняюсь, у меня, в общем, крики из окна. В центре народ гуляет, радуется очень летом, но предлагаю не обращать внимания, если, в общем, это как-то мешает. Вот, собственно, для того, чтобы проверить, ну, что у нас все окей, мы уже не можем использовать статические результаты, потому что мы заранее не можем предугадать, что у нас там сгенерируется, как оно будет перераспределено и так далее. Это достаточно сложно. Поэтому предлагаю, в общем, сделать следующее. Написать такую проверку, которая, в общем, будет говорить о том, что, например, у нас есть минимальное значение. Вот. Для, в общем, любого набора данных это минимальное значение, оно будет по-любому меньше либо равно среднему значению. Ну и то есть вот такая штука, она должна быть трушной. Вот. С другой стороны, среднее значение, оно должно быть меньше либо равно максимальному значению. Ну то есть оно должно быть тоже должно выполняться как true. И, собственно, это позволит проверить определенный участок логики для всех значений, ну, которые мы сгенерируем. Так, я здесь добавил println, где, ну вот здесь println show, чтобы, в общем, показать вам набор значений, который будет синтетически сгенерирован этим тестом. Вот, пока запускается тест, я, в общем, тогда отвечу на вопросы. Вадим, скажите, что внутри импортируемых тест implicit? Так, вопрос идет вот про вот этот Spark, Shared Spark Session, или это вопрос про вот эти вот implicit, которые, собственно, Сергей, да, задает вопрос. Сергей, можете сказать, собственно, то, что в implicit для генерируемых датафреймов я показал. Shared Spark Session. Давайте посмотрим. Shared Spark Session. Ну, к сожалению, глубоко провалиться не получится, потому что это, в общем, у меня тестовый проект.
Вот, я вам рекомендую сделать следующее. Если хотите посмотреть, ну, там, поизучать, как это все написано, можете скачать проект Apache Spark SQL, прям полностью его выкачать и посмотреть там вот, вот это вот Spark Shared, точнее, Shared Spark Session. Вот. Я как-то смотрел, там, в принципе, все достаточно интересно. Ну, и DSL тоже можно посмотреть, поэтому... Поэтому, в общем, тест выполнился положительно. Давайте посмотрим, ну, какие значения, в общем, тут были выбраны. Ну, вот, например, когда у нас районы вообще не генерятся, то есть список районов пустой. Но, тем не менее, в общем, тут какие-то не очень реальные данные получаются. Это, кстати, вот следующая проблема, о которой я хотел тоже рассказать. Ну вот более-менее какой-то нормальный список, хотя тут тоже синтетика, синтетика, в общем, может привести к таким коллизиям, что у нас максимальная дистанция, она вот такая 1675. Немножко подозрительно, но в целом как бы все остальное вроде норм. Все остальное норм. Так, ну здесь похожие данные. Есть. Ну, вот тут, наверное, разные. Тут, в общем, да. То здесь повторяются, то тут повторяются. Ну, в целом, вот неплохое распределение показано. Вот. И такие кейсы, они, в общем, случайным образом постоянно генерятся. Тут есть и минусы тоже, то, что иногда такие тесты фейлятся. Там, у меня был такой проект, где, в общем, там происходит генерация каких-то данных, происходит запуск тестов, вот. Но, в общем, для того, чтобы перейти в следующий уровень тестирования, было достаточно, чтобы количество юнит-тестов сфейленных было не больше 10%. Вот. Давайте тогда еще посмотрим на, собственно, библиотеку mlib, которая позволяет решить проблему с синтетическими данными, ну, как бы более тонко настроить исходные данные и в том числе распределение. Вот. Так, распределение. Ну, собственно, здесь такой достаточно сложный код. Вот, его, наверное, можно, ну, посмотреть, в общем, где-то в интернете, с одной стороны, почитать документацию, как это все работает, вот, ну, либо, в общем, прийти на, собственно, на курс Hadoop, на котором будет подробно, собственно, это рассмотрено, ну, и в плане, как бы, это будет достаточно быстро. Можно об этом обо всем узнать. Ну, вот тут, в частности, видно, что здесь используется нормальное распределение, и данные уже получаются более красивые. Вот. Еще пару слов я расскажу про библиотеку Test Containers. Вот, данная библиотека позволяет поддерживать следующие базы данных. Вот, различные, в общем, там базы данных JDBC, реляционки, Cassandra, Couchbase, ClickHouse, кстати, даже вот тут уже появился, DB2 и, в общем, там так далее. Mongo, MS, Neo4j, Oracle. Вот, это Postgres, Presto, Trino, ну, в общем, все что угодно. Это как бы что касается баз данных. Что касается, в общем, всего остального, то вот тут можно использовать Kafka. Kafka Containers. Это тоже очень удобно. Например, если вам надо еще и Spark Streaming какой-нибудь протестировать, вот, я, собственно, рекомендую тоже, в общем, с одной стороны, или поискать информацию в интернет, либо, в общем, приходите на занятия, на курс. Вот. Так, ну да, на курсе, как я уже сказал, есть лайв-кодинг. Лайв-кодинг — это не когда преподаватель пишет, а студенты смотрят. Это когда, в общем, сами студенты открывают в себя, ну, в среду коллективной разработки,
попробовать там написать тесты какие-то, в общем, разбить на функции. Вот, ну и прямо в моменте получить обратную связь. Плюс на каждое занятие есть домашнее задание, вот, которое студент самостоятельно, ну, его выполняет, пишет очень какие-то там джабы, коммитит и присылает. Ну и, собственно, преподавателям или наставникам производится код-ревью, проверка выполнения данного задания, и, в общем, в специальном чате, вот, куда вы можете зайти в любой момент, пишется обратная связь, вот, что нужно поправить, выставляется оценка. Ну и, собственно, это, в общем, то, что позволяет достаточно быстро освоить какие-то элементы Spark. Вот. Почему? Ну, потому что как бы послушать лекцию недостаточно для того, чтобы ну, там, получить какой-то практический опыт. Вот. Практический опыт, он позволяет получить ответы на более вопросы, которые, собственно, мы тут и не рассмотрели. Ну и плюс получить какие-то навыки там, создания собственных проектов. Вот. И так далее. Коллеги, собственно, если у вас есть какие-то вопросы, предлагаю их написать в чат. Вот. Также в чат я вам сброшу ссылку на опрос, просьба ее заполнить. Это очень, в общем, важно. И Андрей задает провокационный вопрос о том, что есть хороший вариант устроиться работать в компании-партнеры, ну или даже кому-то из преподавателей. Да, Андрей, в общем, с разрешения Андрея я расскажу, что Андрей, он, в общем, проходил курс. Вот, это тот студент, который, пройдя курс на, собственно, Отусе, по его завершении получил офер. Да-да-да. Вот, в классную компанию. Ну и, собственно, ну, собственно, в общем, да. Почему бы нет? Достаточно хороший вариант, когда вы знаете, ну, с чем вам придется столкнуться, когда вы, собственно, готовы к собеседованию, а по окончанию курса у вас знания будут вообще все в голове, и это вариант, как то, что или, в общем, перейти в сферу, там, где, ну, в сферу дата инженерии, какой-нибудь Big Data проект, ну или, в общем, если вы уже на Big Data проекте, то, может быть, поменять, поработать с каким-нибудь другим стеком. Так, участник, в общем, 201-808 пишет, что спасибо, мне немного не хватило описания библиотек, верхние уровни для полного понимания их возможностей. Ну да, к сожалению, в рамках одного вебинара там на час полтора невозможно, собственно, более подробно погрузиться в эти библиотеки. Вот. Тем не менее, в общем, мы рассмотрели основные проблемы, которые появляются у разработчиков. Мы познакомились с библиотеками, вот с этими, которые позволяют, собственно, решить эти проблемы. Ну, собственно, вот обращаясь к участнику 201-808, извините, что я вас так называю, имя не отображается, может быть, вы могли бы написать, какие именно возможности вы хотели бы еще ну, узнать. Если, в общем, я смогу, я отвечу об этом сразу, если нет, то, соответственно, опять же, в общем, сделаю спойлер на курсе.
На курсе. Так, ну вот Андрей рекламирует опять, в общем, то, что ему очень нравится стек на в той компании, в которой он вышел. Да. Ну, в общем, да, я саппорт передам, что непонятен интерфейс. К сожалению, у меня нет доступа сейчас к личному кабинету, не могу посмотреть. Вот, если есть такая возможность, то, собственно, ну или там пишите имя, или вот напишите, собственно, о чем бы хотелось еще узнать, ну так более очень конкретно. Вот. Ну и плюс как бы последнее, что мы посмотрели на, в общем, как работают тесты, собственно, вот. Тут есть ссылки. Я, правда, не знаю, как они будут доступны в версии или нет. Ну, в общем, вот, опять же, если что-то, в общем, надо тогда более глубже посмотреть, то предлагаю это или, в общем, сделать самостоятельно, ну, или как бы, приходите. Будем рады. Вот. Коллеги, тогда, в общем, если вопросов нету, если вопросов нету, то тогда предлагаю двигаться к завершению. Вот. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Ага. Ну, все, тогда, в общем, всем пока. Спасибо за вечер. До новых встреч.